školku, kao i brand ambasadori naših programa lojalnosti Slobodan Mićalović i Vojin Ćetković. Molim vas, gospodine Andri Mihajlović, za reč. Dobar dan, poštovani predstavnici medija, naše kolege, prijatelji, dragi gosti. Я хочу извиниться, что я не говорю на сербском, потому что не владею совершенством. Я извиняюсь за то, что не говорю на сербском, то есть из-за того, что не говорю настолько хорошо, да могу, да се изражаю точно. От имени компании «Лукойл» я хочу приветствовать вас и поблагодарить за то, что вы отозвались на наше приглашение и принимаете участие в пресс-конференции, посвященной 25-летию «Лукойла». Предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, как в России, так и за рубежом. Целая армия высокопрофессиональных сотрудников. Сегодня в компании «Лукойл» работает около 106 тысяч человек. Одна из больших светских нафтных компаний. У нее активно су огромные истраженные залихи нафты и газа. Снажное предприятие в России и иностранству. И рейтинг основывается на формуле PLUS, который зависит от величины активов, выручки, дохода и возврата. В своем развитии «Лукойл» прошел знаковые этапы от объединения государственных предприятий и приватизации, выкуп акций компании Услуживание и ширение ассортимана роби широкой потрошни, повышение лояльности потрошача. Общество осуществляет модернизацию. Существом приоритетных направлений является освоение европейских коридоров и всех важнейших магистралей, автомагистралей страны, а также строительство АЗС в городах, где до сих пор «Лукойл» не присутствует. Наше društvo, «Лукойл Србия», осваруе модернизацию постоящих бензинских станиц и гради новые. Предприятие является второй компанией по объемам инвестиций в топливно-энергетический комплекс Республики Сербии, является одним из крупнейших импортеров дизельного топлива Евро-5, примерно 8% это наша доля импорта дизеля.